Профессиональный колорист Алексей Хазов уже сбился со счета своих ярких работ. Небывалый ажиотаж на афрокосы он не припомнит давно. Что неудивительно, весна. Сейчас это опять на волне, на пике волны популярности, поэтому этот год не пройдет без большого количества заплетения этих кос, как и все предыдущие, но в этом году будет наиболее актуально. Самый распространенный вариант афрокос с добавлением искусственных прядей того же оттенка, что и ваш натуральный волос. Наскучил свой цвет? Попробуйте все цвета радуги. Плюс в том, что длина своих волос роли не играет. Достаточно 2 сантиметров. Такая прическа точно для усидчивых. В кресле придется провести от 5 до 8 часов. По поводу ухода. Мыть можно хоть каждый день. На волосы и на косички это никак не повлияет. Но на самом деле не имеет смысла. Дело в том, что мы голову моем раз в 2-3 дня только из эстетических соображений. Когда нам необходимо создать укладку. В косичках же укладка у нас не портится. Она всегда выглядит хорошо. И поэтому мыть голову можно, шок-контент, раз в месяц. А если вы склонны к аллергиям, то от такой прически лучше отказаться. Так как сам материал синтетический. Еще один хит как у девушек, так и парней, который до сих пор не вышел из моды – дреды. Они бывают как настоящие из своих волос, так и искусственные. Настоящие дреды или опасные дреды по-другому, их называют только по той причине, что они плетутся из своих волос. Плетутся они с помощью вот такого крючочка. Маленький вязальный крючок, который протаскивает свои волосы насквозь через дред. И таким образом заплетается полностью вся длина. Когда технологии были недоработаны, мастера использовали воск и мед. После такого плетения дреды можно было только срезать. Сейчас методики позволяют их расплетать. А вот вам искусственные, они же безопасные дреды. Безопасными эти дреды называются по той причине, что они приплетаются к своим волосам косичкой. По уходу с безопасными дредами точно такой же уход, как и с любыми другими афроприческами. Уже второй год в популярности, в тренде, в моде, как угодно можно сказать, остаются боксерские косы. И они и в этом году не выйдут из моды. А вы замечали на улицах города яркие головы, которые сразу бросаются в глаза? Это все называется креативное окрашивание. Сам по себе краситель абсолютно безвредный. Он не сжигает волосы, он их не сушит, не делает ничего такого плохого. Единственное, что может навредить, это обесцвечивание волос, так как яркие красители ложатся только на белую базу. Если не готовы окрашивать свои волосы, попробуйте их нарастить, но безопасным методом. Это один из альтернативных способов наращивания волос. В данном случае мы не используем ни клея, ни капсул, мы просто приплетаем его косичками. Так называемое точечное афронаращивание. Сейчас все чаще и чаще люди хотят себе добавить какой-то яркий акцент, поэтому мы можем использовать также и цветные прядочки. И их можно делать как отдельно, так и полностью нарастить всю голову яркими цветными волосами. Кстати, такие прически можно украшать бусинами, камнями и стразами. В общем, как поется в известной песне, не надо стесняться. Будьте яркими и креативными. Задумались о ярком цвете волос Светлана Козырева и Константин Шубкин.